Шура, можно я неофициально? Я вызвал тебя не для проработки, а совсем по другому делу. По делу особой важности. Иван Ильич. Ладно. Пойдешь с нами. Есть. Говорил мне дедушка, учи немецкий. Сейчас бы знал, что происходит. Ну, какую выгоду я из всего этого извлекаю, кроме того, чтобы мой сын был просто счастлив? Ну, упрекни меня. Дорогие ребята, учащиеся школы искусств села Доброе. В это непростое время для нашей страны, вообще для всего мира и для всех нас. И все же в этом есть, в этом непростом времени есть та самая великая сила, которая помогает нам оставаться чуткими друг к другу, способными сопереживать людям, попавшим в беду, радоваться успехам, победам, восхищаться красотами родного края и, в общем, быть просто эмоциональными и делиться своим настроением и своим видением мира с близкими людьми. И вот эта великая сила и есть сила искусства. Мне бы очень хотелось накануне Великой Победы и великого праздника для нашей страны пожелать вам, чтобы вы были и оставались такими же сильными и любящими просто свою родину, целеустремленными людьми, такими, какими были ваши прадедушки. А та великая сила искусства и творчества обязательно помогут вам быть успешными, счастливыми и, в первую очередь, образованными людьми. Поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы и всего вам самого доброго.